Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми зустрічаємося в нашій студії з фахівцями, юристами, які відповідають на запитання, пов'язані з життям нашого суспільства. І сьогодні на мої, і я сподіваюся, ваші запитання, адже ми працюємо в прямому ефірі, буде відповідати консультант фірми «Профальянс» Олена Ласкіна. Вітаю вас, пані Олена. Дякую, що сьогодні з нами. Я нагадаю, шановні глядачам, як завжди, ми працюємо в прямому ефірі, телефон студії 76-92-42. Приєднуйтесь до нашої розмови. Вона буде сьогодні цікава, адже ми будемо підбивати підсумки року, що минає, 2016-го, в сфері реформ податкових, юридичних, в сфері громадського життя. Тож чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Пані Олена, на вашу експертну думку, які можна виділити найголовніші підсумки року, що минає, 2016-го? Я так зразу від Зразу поставлю питання, розпочався рік з під гаслом безвізовий, введення безвізового режиму, до реформи. Реформи, да, куди ми прийшли, до чого прийшли дійсно? Как всегда у любых хозяек, так вот будем обзывать себя таким, ну, как мы, как женского, представители женского класса. Да. У нас только все начинается. Каждая реформа, любая реформа, любое начало какого-то большого нового. А мы знаем, мы все жили в достаточно долгом строе социалистическом. И покаместь мы с этого строя очень медленно выходим. Опять же, почему медленно? Любая генеральная уборка не всегда заканчивается тем сроком, каким бы хотелось бы. И результатом, наверное. И результатом, совершенно верно. Поэтому, да, вот готовясь к этому эфиру, к этой передаче, просматривалось большое количество информации. Хотелось, естественно, как любому человеку, увидеть положительного как можно больше. Ну, что имеем, то имеем. В принципе, что мы имеем? Ну, сподіваюсь, буде сьогодні аналіз і плюсів, і мінусів. Совершенно верно, да. Да. Как любой тоже, опять же, человек здравомыслящий, о минусах говорить нужно. Потому что это все-таки работа над ошибкой. Когда ты знаешь, что ты сделал не так, извините, по-простому накосячил, если ты накосячил, то нужно это исправить. Если мы делаем все хорошо, да, мы говорим, мы молодцы. Ну, что мы имеем? Опять же, почему мы? Потому что люди не решают ни два человека в стране, ни три человека в стране. У них есть повышенное право голоса. Да, у нашего парламента, у нашего правительства есть свои большие-большие льготы на голосование, на принятие решения. Но есть понятие народа, есть понятие единицы человека, от которой высказывается, и за ним идут дальше все. Вот, в принципе, как бы это одна из составляющих, это социальные сети, которые сейчас у нас есть. И в этом году можно сказать, что они привели достаточно к громоздкому отношению о принятии тех или иных решений. Новость расходится с колоссальной молниеносной скоростью, проводятся всякие лоббирования проектов, набирающие количество голосов. Можно сказать, сделать вывод, что это стало, 2016 год стал таким толчковым по вынесению тех или иных вопросов на обсуждение нашим уже правительством. Спочатку це соціальні мережі, а потім, можливо, це і буде якийсь законопроект. Совершенно верно. И в этом году уже появился законопроект о лоббировании тех или иных вопросов, которые возникают в социальных сетях. Вот. То есть это можно сказать огромным плюсом именно в нашей вот демократической части, когда не один человек, имеющий большое право голоса, а уже мы все можем привести к сдвигам тому или иному вопросу. Це, власне, є складова розвитку громадянського суспільства. Совершенно верно. Да, в принципе, как бы, да, у всех у нас есть свои странички. У некоторых нет по тем или иным причинам, отказываются они. Но когда мы сидим в соцсетях, лайкаем, извините, подряд все, что надо и все, что не надо, да, есть определенные люди, которые продвигают тот или иной вопрос. Поэтому, если вы видите, что ставится на голосование рассмотрение там какого-то местного вопроса или государственного, в принципе, лучше было бы, чтобы люди не отворачивались от этих страничек. Будьте активными, так? Да, как можно больше проявляли активность. Еще какие плюсы можно выделить? Почнемо с плюсов, да. Так? Да, 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 да. Будем говорить сейчас о плюсах. Все-таки об этом строится наша жизнь. Мы все-таки живем, существуем, и это плюс. По поводу нашего границ.
Опять же, границы в соцсетях мы уже обозначили, их недостаточно такое количество большое. Это все зависит от нас, насколько мы привыкли к этому. Или двигаться по одной странице, или двигаться по всему интернету. Соответственно, границы теперь физические. Мы в 2016-м зашли под лозунгом. Пока мы этот лозунг только видим в бумаге. К сожалению, опять же, бумаги, но вопрос того, что нам отказали в безвизовом режиме, его нет. Это плюс. Это плюс почему? Потому что, значит, есть другие вопросы, которые более важные для нашего, опять же, для нашего государства. Мы знаем, мы каждый день слушаем новости, мы знаем, что этих вопросов достаточное количество. Поэтому люди, говорить о том, что нам отказали в визах, это неправильно. Опять же, почему я сейчас об этом говорю здесь сейчас, потому что очень часто я сейчас слышу от знакомых, от друзей, что вот как бы казало-мазало, и никуда это ни к чему не привело. Мы видим о том, что вопрос этот не закрыт. А на каком он этапе сейчас находится? Он стоит на этапе рассмотрения на апрель месяц 2017 года, поэтому мы на эту дату и будем ожидать какого-то сдвига. Все зависит, опять же, уже от нас, от нашего государства, от нашего правительства. Будут ли выполнены определенные дополнительные требования, либо же те требования, которые уже стоят. Наразі ці вимоги які? Это, в принципе, как бы открытый вопрос по ликвидации коррупции. У нас создана большая ликвидационная комиссия, целый орган есть. У нас вот следующий момент – это введение электронных деклараций. Эти электронные декларации сейчас мы знаем, вот в 2016 году большой-большой такой прорыв. Наш аппарат управления постарались они это все задекларировать. Мы все знаем, какой большой резонанс это все. Как сейчас по сию секунду все дружно оговаривают, тоже соцсети пестрят тем, что теперь лучше кредиты брать у наших чиновников, у некоторых, а не у валютного фонда. Опять же, я цитирую сейчас то, что сейчас оговаривается в социальных источниках. Прошу вас сейчас так же само по возможности подключиться к нашему разговору, потому что я сейчас высказываю свое мнение. Если мы дружно будем высказывать мнение о ситуации по телевидению, в социальных источниках, то это будет более правильно. Нужно уметь разговаривать, нужно уметь общаться. Люди у нас этого не умеют. Люди привыкли у нас, что я лучше послушаю и делаю, как мне говорят. І так далі. А взагалі-то введення цього механізму є декларацією. Ну, він, власне, мав на меті все ж таки боротьбу з корупцією. Так? Совершенно верно. А що ми отримали врешті-решт, в результаті? Що ми отримали? З цим є декларуванням. Ми отримали поки начало. Ми отримали поки резонанс інформації. Повторюсь, люди у нас не привикли к тому, що вони знають щось. Да. Вернемся к тому, что мы все время жили, наши бабушки жили, дедушки жили, они не знали информации, какой председатель какого там какой-то там коммунистической части власти чем владеет. Это было все заувалировано. В принципе, сейчас не особо тоже кто-либо видят те, кто хотят это видеть. Вот. Есть возможность посмотреть, берем и смотрим. Но опять повторюсь, люди не привыкли обращаться к этой информации. Сейчас большинство людей пытаются это сейчас начать делать. Что мы имеем? Мы имеем декларации, которые подали чиновники. Мы имеем нашу налоговую службу, фискальную службу Украины. Сейчас на данном этапе эта информация вся складывается в единое целое и приводится уже к упорядочению источника доходности, источника расходности. Это уже разговор уже нашей фискальной службы. Для народа мы имеем просто сейчас разговор. Вот, то есть сказать, к чему это привело, просто к разговору. Ну, взагалі-то світова практика, да, така, що совершенно чиновники... верно. Да, да. Для этого и существуют наши фискальные органы, которые должны по итогу будут и упорядочить это. Но какой порядок? Так же само должны будут об этом и говориться. Средства массовой информации, не спускать все на как говорится, на самотек. Ну, надеюсь, что это все произойдет. В принципе, как бы можно сказать, большой год большой уборки.
генеральной. Mm-hmm. Может быть, вот это вот все, и которое сейчас происходит, действия, они приведут к положительному. Поживем, увидим. Это уже вопрос 2017 года. Телефон прямого эфира 76-92-42. Если у вас есть запитання або висловлювання ваших зауважень, побажань, будь ласка, телефонуйте. Ми працюємо в прямому ефірі. Пані Олена, в Україні цей рік 2016 продовжувалося впровадження реформи правоохоронних органів. Ми знаємо, що поліція почала, власне, працювати в такому повному обсязі. Підсумок цього року в цій сфері. Вопросы по полиции я не могу ставить однозначно, точнее, подводить итоги, потому что мы знаем, что там так же само произошла достаточно крупная реформа. Мы знаем, что были разные ситуации, случаи нехорошие, которые сейчас вот привели тоже к резонансному скандалу. Но это начало того, что у нас была раньше структура милиция, стала полиция, молодые люди, срок у них обучения недостаточно был большой, но кадры подрастают, кадры обучаются, приходят патрульные службы, которые также с 2017 года начнут свою работу. Есть добросовестные кадры, которые прошли аттестацию. Аттестация была большая, аттестация была серьезна. Очень много людей ушло из структур после прохождения этой аттестации. Как всегда, у нас есть человеческий фактор. Если люди на уровне своего мозгового мышления не привыкли делать определенные действия, взрослого человека просто не переделаешь. А с таким неоднозначным ставлением суспільства, людей до, власне, этого процесса, это нормально? Любая болезнь излечивает время. Вот. Время, почему? Потому что нужно время для оздоровления. Вот, соответственно, наше государство – это организм, которому нужно время на оздоровление. Поэтому, если есть изменения, эти изменения должны прижиться. Поэтому, люди, давайте так же само относиться к лояльно. Мне льстит то, что, проезжая сейчас по городу, я вижу патрульные машины, которые останавливают людей в ненужном месте, которые тормозят перегрузы, которые следят за обстановкой алкогольным, люди в алкогольном состоянии там, и так далее. Много есть каких-то провалов, но опять же, давайте смотреть на все со стороны, давайте поможем, а не давайте критиковать. Тогда у нас будет тогда более-менее социально положительное какое-то. Наступный этап реформирования, власне, мы зараз бачили реформирование патрульной полиции, наступный этап реформирования, який? Вы говорили, будет створено дільничне, да? Да. Ланцюг дільничний. Да. Это все, давайте, кольца, это будущее, да. Давайте закрывать 2016 год. По факту 2016 года у нас были как минуса, так плюса. По итогу есть реструктуризация, есть полностью прохождение аттестации, есть очищенный орган. Это плюс. Тема, якою ми торкали, так, плюс. Тема, якою ми торкалися протягом наших ефірів, це підвищення тарифів. Взагалі, які почалися в початку року. Власне, 2016 з цього розпочався, до чого ми дійшли. Давайте підіб'ємо підсумок. Да. Мы пошли к большому увеличению. Извините, смеюсь, извините, сарказм, но смех саркастический. Да, почему? Потому что мы знаем, что наше государство было закуплено топливо с достаточно завышенной стоимостью. Повторюсь, это произошло из-за того, что сейчас нам нужно это компенсировать уже по рыночной стоимости тот ресурс, который у нас есть. Что имеем, то имеем. Это минус, конечно, но давайте думать о том, что как-то это нужно пережить. Как-то нужно это пережить с помощью субсидий. Поэтому, повторюсь, те, кто еще не подался на субсидии, продолжайте, пожалуйста, подавать заявление. Поданное заявление – это фактор, который дает нам все-таки потом плюс, если возникнут какие-то судебные разбирательства и так далее. Почему? Потому что фактор незаявления говорит о том, о вашей способности платежа. То есть, если вы говорите о том, что у вас нет возможности платить, вы подаете заявление, ваша задача – получить вовремя ответ. То есть, відмова або призначение субсидии. Да. Так? Также еще, если вы подаете заявление, то и, соответственно, вам назначается субсидия, то у вас есть возможность спокойно жить в течение полугода.
То есть до апреля, до окончания отопительного периода вы сможете делать оплату по назначенной субсидии. Протягом року, власне, спрощувався кілька разів механізм нарахування субсидій. Да, пытались выехать за счет более упрощенного пакета. Сейчас работа полностью налажена между, опять же, налоговой службой, пенсионной службой в электронном виде. Так же само мы общались по поводу невозможности, если у человека физически слабое состояние здоровья, обратиться к тому же почтальону или работнику собеза. В принципе, работника собеза бесполезно, там все заняты. Призначением субсидий, так? Совершенно верно. Да, поэтому как бы действуем по, как говорится, по возможности. Есть почтовые сотрудники, есть работники Красного Креста. Очень тоже, в принципе, очень много волонтеров, занимающихся этими вопросами. То есть те же люди пожилого возраста, которые не имеют возможности, это вам проще обратиться к ним будет. Вот. То есть что имеем по нашему отопительно-социальной сфере? Достаточно крупное повышение. Какой мы имеем плюс в этом деле? В принципе, как бы более молодые, более прогрессивно настроенное население сейчас больше и больше внедряет альтернативные источники топлива. То есть в этом году, в 2016-м, государство Украина, такое рекордное количество стало развивающихся предприятий по внедрению этих сберегающих технологий. Да, технологий. То есть, опять же, по поводу вот ОСМД, по поводу домов и людей. Те же ОСМД, которые уже образованные, так же само могут провести у себя на крыше дома те же солнечные батареи. Почему, опять же, потому что есть программы, которые дают дополнительное финансирование. Вы можете обратиться в те же местные органы управления за помощью, за финансовой, или же к тому же какому-то управляющему аппарату. Что к чему это приведет? К тому, что ваш дом будет более менее затратный. До речі, оскільки ми торкнулися теми ОСМД, на 1 липня, так, якщо я не помиляюся, планувався перехід на таку загальну систему, відхід від джеків, яких ми знаємо вже тривалий період, вони не працювали в такому масштабі, як потрібно було, а їх альтернатива ОСМД. Відклався перехід. Чому відклався? Чому? Тому що, опять же, законодательна часть була не на 100% сформирована. Як завжди, ми хочемо щось зробити, але у нас, извините, поки місця, оно как в решете, все выпадает. Это временное явление, поэтому когда у нас законодательно сейчас устаканится вопрос с уставами и регистрационными документами самого ОСМД, то тогда у нас будет и все хорошо. В ближайшие, в принципе, как бы постепенно, плавно люди продолжают это все делать. Было бы достаточно массовое мероприятие по открытию. У нас все лето регистраторы просто были завалены. Но на зиму трошки так процесс за... Опять же, почему? Угу. Потому что, имея документы эти на руках, люди сталкиваются с огромными бетонными стенами перед глазами, потому что никто не дает им права голоса. Почему? Потому что законодательно это не особо урегулировано. Да. Поэтому хозяин в доме должен быть. Хозяин – это жильцы. Это не ЖЭК, который приходит, подметает там лифт, там ремонтирует и так далее. Это, опять же, в головах. Люди надо понимать, что вы хозяева в вашем доме, а никак не... Власне, оскільки я знаю, дуже багато так колективів, таких житлових колективів, мешканців відмовлялися брати на себе відповідальність, адже це дуже і дуже така справа складна. Ти відповідаєш за все, за розвиток свого будинку, і брати все на себе важко. Чому? Тому що, коли ти не знаєш, за що ти відповідальний, тоді у тебе виникає маса питань. Відповідальність тоді буде більш зрозуміло, коли тобі передадуться технічні состояние твоего дома, технический паспорт и, соответственно, создастся акт инвентаризации. Тогда у людей не будет никаких вопросов. В большинстве своем вопросы были конкретно сугубо из-за этого. В каком состоянии у тебя дом? Что ты принимаешь? Ну, за цей рік має що відбутися. От з липня 2016 року на перенесено власне на липень 2017, так? Будуть урегульовані повноваження іменно самих директорів, самих ОСМД. Ми це очікуємо. От що маємо? Маємо нового хазяїна.
нового старого хозяина. Да. Все, то есть планы это, на майбутнє, можна да. сказати, це все-таки плюс, коли появляється хтось відповідальний, а не виходить повністю цілий дом без відповідальних, а, извините, відпущення – це ЖЕК. Зараз давайте поговоримо просто про види діяльності вот, в 2016, так, про професії в 2016 році, які затребувані, які ні у цьому в плані підсумки. Каждый у нас родитель хочет, так и мы хотим, и люди живущие. Mm-hmm. Опять же, вот вы знаете, как бы очень много вот людей, которые уже имеют возраст за 50, вот так же самое, вот это, да, та вот сфера населения, которая более, более таком ограниченном свободом. Свободы покупки, свободы перемещения. В принципе, это люди, которые больше всего сейчас страдают. Но вот честно скажу, вот меня очень удивлена, что люди все-таки вольны на выдумки и не складывают руки. Очень много людей такого возраста сейчас занимаются разными видами деятельности, как, допустим, туризмом, сопровождают группы, кто знает свой город, они проводят всякого рода встречи. Физкульт мероприятиями, очень тоже очень много людей, которые так же само организовывают люди. То есть к чему я сейчас говорю? К тому, что никогда не нужно слаживать руки. Тот, кто хочет заработать, он может хотя бы попробовать это сделать. Ну, а по поводу профессий, да, это не факт. Самыми-самыми сейчас достаточно хорошо оплачиваемые и, в принципе, свободными в финансовой части – это IT-сфера. То есть это не новость, это еще раз один из фактов, поэтому как бы если ваш ребенок хочет хорошо зарабатывать, и вы сами обучаетесь IT, IT-сервису, IT-девелопменту и, в принципе, как бы… программным обеспечением. Так, а IT еще есть, профессии можно вызначить. Еще, естественно, это строительная развивающаяся часть, потому что сейчас это очень здорово. У нас идет строительный бум большой, почему не знаем, но он идет. Да. Наверное, потому что это выгодно. Можно сказать еще аграрии. Аграрии, у них появились в этом году уже привилегии. Все-таки наша земля дает нам какой-то плюс. В законодавчем плане, так? Давайте зробимо саме на цьому зауваження в законодавчому плане. И то, что требуются люди, то, что у нас огромное количество площадей, которые можно обрабатывать, и это тот момент, на котором можно также проводить свою профессиональную деятельность. Также можно еще отметить работников сферы торговли. Вот опять же, торговля, если она внутренняя, у нас говорится в 2016 году, что все не так уж и хорошо. Что все-таки нам сейчас определили достаточно узкий коридор по работе с Европейским Союзом. Он у нас есть, торговля с Европой, но она достаточно квотированная. Квоты мы все съели. Ну, что такое квота? Ограничение. Да, определение, да. Будем надеяться на то, что торговля с Европейским Союзом наша наладится, но наш внутренний украинский производитель – это да, это тоже. Пані Олена, у нас буквально кілька хвилин, але хочеться торкнутися такої теми, яка набула резонансу протягом року націоналізації Приватбанку. І, власне, впродовж 2016 року, я зафіксувала, пішли з українського ринку 15 банків. Національний банк, так, це багато. Національний банк – це називає очищенням банківської системи. Ми погодимося з цим? Я могу единственное вам вот люди посоветовать, никогда не делайте очень быстрых решений. Если что-то и происходит, то не надо, извините, при этом бросать сумки и бежать. Вот. Как это, в принципе, было в первую буквально неделю национализации. Никуда этот банк не уйдет. Если поменялся хозяин, это не значит, что там быстренько пропали все деньги. Они пропадут, но, извините, не так быстро. Да. Извините за тоже, опять же, за сарказм. Хочется хоть немножечко какого-то позитива просто. Не делайте быстрых решений. Выполнять кредитные обязательства нужно. Выполнять депозитные обязательства также само банк будет. Есть фонд гарантирования вкладов. Соответственно, давайте действовать по договорным обязательствам, и тогда у нас будет все хорошо.
Выполнять это нужно с двух сторон, как с кредитной, так и с депозитной. А с приводу очищения банковской системы, это Любой банк, да, любой банк обязан был произвести процедуру докапитализации, потому что есть определенные риски, есть агрессивные методы и так далее. Не будем внедряться в это. Будем говорить о том, что если банк не прошел проверку, он должен провести докапитализацию. Это уже вопрос Нацбанка, почему они действительно привели к такому именно положение. Ну, живем с тем, что имеем, приватбанк как государственный и не переживаем. Я вам дякую. Да. Хвилинка, пані Олена. Оскільки працювали протягом року з вами, побажання миколаївцям. Уважаемые николаевцы, уважаемые люди, пожалуйста, хочу вам пожелать здоровья как можно больше, стабильности во всем и радости жизни. Жизнь у нас одна. Давайте радоваться каждому дню, независимо от того, как мы просыпаемся и как мы ложимся спать. Всем спим и радуемся. И только положительных эмоций вам, пожалуйста. Я вам дякую. Мы сегодня с Оленою Ласкиною, консультантом фирмы «Профальянс», подбивали деякі підсумки року. Я нагадую, не політичні, а юридичні, законодавчі. Я сподіваюся на співпрацю, пані Олена, в наступному році. Ну, а вам, шановні глядачі, дякую за увагу. На все добре.